платная парковка неизбежна внутри крупных городских агломераций, внутри крупных городов-миллионников. Таких у нас на сегодняшний день 15 по России. Москва первая показала пример, остальные наверняка города-миллионники последуют. Не надо этого стесняться, не надо по этому поводу плакать. Здесь важна только организация, чтобы заплатить можно было быстро и удобно. И чтобы никаких ошибок с взиманием потом штрафов за неоплату якобы тоже не было. Вот эту систему надо быстро отладить. И это тест на организованность для городских властей. Надеюсь, что Москва покажет пример не только как первая, кто вводит оплату, но и как будет первая, кто правильно это организует и всем пример покажет.